Коль, куда мы едем? Баба. К бабаю? А кто там еще будет? Мама. Мама будет? Папа будет? Мама. А ты любишь маму? А любишь папу? А Рената хотя бы любишь? Никого не любишь? Ну, поехали к бабаю. Это видео, значит, надо вот так вот. Ай, как красиво, ну какая красота вокруг. Николь, куда мы приехали? К кому мы приехали? Баба. Бабаю? А где он? По-моему, нам туда. Кто это? Наряд. А такой мы придумали такой. Немного... А где красота? Ну, бабаю, цветочки. Бабаю, несем. Ай, быстрее, бабаю, цветочки, несем. Давай, конечно, мама. Никто поздравляем с юбилеем. Рахмат, Зур, Рахмат. Куда ты меня тащишь? Ой, цветочки. Для ютуба. Красавчики какие. Какие красавчики. Какие? Трубочка? А где алмаз? Да. Конечно. И с зубами. И с зубами, да. Конечно, давайте. Я фоткаю. Я знаю. Ты... Все разобрались. Давайте я с вашего разрешения открою торжественное мероприятие. Ну что ж, дорогой брат. Хочу тебя поздравить с днем рождения, с юбилеем. Хочу пожелать, чтобы все было хорошо, чтобы главное было здоровье, главное здоровье, чтобы в семье был всегда лад, чтобы дети не болели, чтобы внуки не болели. Весь упор сделаем на нашей и наше здоровье, и здоровье наших близких и окружающих. Здоровья тебе, счастья. Спасибо. И бодрости. Спасибо. Будь здоров. Ура! Поцелую тебя даже. Я просто хочу дополнить то, что сказал Рашид. Конечно, индус. Крепкого тебе здоровья. Это главное в нашей жизни. Без него ничего не интересно и вообще. Я желаю тебе оставаться вот таким любящим, таким внимательным, таким заботливым, таким настоящим мужчиной. Мне это очень нравится, как вы друг к другу относитесь. Прекрасно. Будь всегда таким. Всего тебе самого доброго. Ура! Как мы договорились по географической принадлежности, то вставать представитель Кировского района, Кировской области, да, остался у нас Альбертик. Уважаемые гости, уважаемые родственники, уважаемые любимые мои дяди, тетя, все остальные. Я очень-очень люблю, который здесь находится. Вот. Сегодня прекрасный день. Отличный же день. Солнышко, светит, радуется, что в этот день появится самый прекрасный, самый замечательный, самый любимый мой дядя. Вот. Он мне не просто дядя, он мне как друг. Вот у меня есть... Ну, все были дяди, вот у меня
любимый дядя. Очень любимый дядя, очень люблю. Спасибо. Это просто мой друг. Что ты мне нашел любимой женой? Это тоже мой лучший, нет, не дядя, не как не дядя, но самые лучшие мои друзья. Они подскажут мне, и в свое время очень-очень много они сделали для меня, помогали. Вот, я хочу, чтобы у них было крепкое-крепкое здоровье, вот. Здоровье его семьи, здоровье его детей, всегда, чтобы он улыбался. Встречал нас с улыбкой, радовался, когда мы приезжаем. Мы тебя просто очень любим. Здорово. Очень любим. Здорово. Спасибо, что ты есть. Давай. Ура! 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 Спасибо. Ну раз Рафиска молчал, значит у него что-то голос. Нет, я просто. Да. Кого поздравлять? Ну, чтобы тебя поздравляю с твоим 18-летием. Оставайся всегда таким же молодым, бодрым, отзывчивым. Самое главное, здорово. Рахмат, Зур-Рахмат. Зур-Рахмат. Ну, привет там. Всем привет. И гостям тоже. Рахмат. И тебе привет. Привет тебе от всех, там, передавай Равинке и Самату, и всем привет. Всех, короче. А, тем более, Амина пока еще. Зур-Рахмат, Рахмат, Рахмат. Ярар, узенгни хихана. Ярар, созвонимся. Так, давайте не буду вас отрабить, чем я отвлекаю. Ладно, ладно. Спасибо большое, ладно. Очень энергично. А ноги высоко? Ноги высоко. А ладошки? А здесь щечки. А вот он. Нет, здесь зёбкой. А пупочек погладим, пупочек? Да можно сидеть. Я просто добавлю. Да. Даже повыше. Солнце мое. Поздравляйте с этим рождением. Желаю тебе самого главного здоровья, все остальное. Ну, как всегда, без стихов никак. Естественно. Ее труд я лицезрел сам. Прожив с тобой много лет, тебя по-прежнему люблю я. С тобой встречаю я рассвет, с тобой закатываю любовь. И пусть тебе 60 лет, но для меня ты все же молод. И не страшны с тобой мне ветра, метель, дожди и холод. Тебе желаю в этот день быть добрым, радостным, счастливым. Прожить без горя много лет. Технический перерыв. Прожить без горя сотни лет, чтобы нас с тобой не разлучили. Будь крепким телом и душой, пусть взгляд твой светится надеждой. Пусть дарит каждый день любовь, успех, желание исполнение. Ура! Поцелуйчик! С днем рождения! С днем рождения! Ура! С днем рождения! Предоставляется семье Белых Церковиц. Сережа, Алиса. Поздравляем вас с этим знаменательным днем. С этим знаменательным днем. С этой датой, с юбилеем.
У нас 65 лет, мужчины могут идти на пенсию. Для того, чтобы наслаждаться жизнью. Поэтому мы желаем вам крепкого здоровья на долгие-долгие годы, чтобы наслаждаться жизнью. С юбилеем. Ура! Молодец, Серега. Спасибо. Хороший тост. Ура, не сказал никто. Ура! Ура, ура, ура. Поздравляем тебя с юбилеем. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить тебя за все. Самое главное, с чего все началось. Ты дал жизнь мне, дал жизнь моему брату. Вы нас вырастили, дали образование в непростые для, так сказать, нашей страны годы. Поучились, вроде мы, так, неплохие-то парни. Создали свои семьи, и вот видишь, за этим столом уже как много людей. Алмазов только не хватает, да. Вот. Это, конечно, удивительно, что два человека могут, как бы объединившись, создать семью и дать жизнь еще огромному количеству людей. Дальше там внуки твои создадут семьи, у них будут дети, и наше генеалогическое дерево будет расти и расти, но во главе его будете всегда вы с мамой. Давай выпьем, чтобы ты был здоров, у вас все было всегда хорошо, и мы даже рядом. Мы спасибо. Ура! 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 Последний день работы. Операция горячая. И операция горящие. Глаза тинейджеров в предвещении пожирания горячего. Николь! Улыбочка! Улыбочка! Итак. Ой, у кого-то прическа свалилась прямо в тарелку, да, дочь? Кто-то еще мед нашел. За группу ухаживать за цветом. Давайте младший сын. Мы тебя поздравляем. От всей души. Тоже хочется сказать слова благодарности за все, что у нас есть. Немалая доля вложена твоя лично и вас, как наших родителей. Ну, здоровье самое главное. Вот. 65, казалось когда-то, что это вообще так много и что это вообще уже старики какие-то. Чем ближе мы сами туда приближаемся, я смотрю, вообще даже. Если сосед у меня говорит, он на пару лет тебя моложе, он говорит, ты чё, вообще жизнь только начинается? Я вообще туда не собираюсь. Мы всю дорогу пацаны. Вот, поэтому я тебе желаю не терять жизненные силы, оптимизма. Всегда пусть у тебя будет хорошее настроение. Спасибо. Мы смотрим, как ты сияешь, когда у тебя на руках внучка любимая, поэтому почаще с ней видитесь. Подольше ходится. И она добавляет энергию. Спасибо большое. Ура! Ребята, с днем рождения! Ура! Ура! Садись. Как идет процесс уничтожения шока? Весьма продуктивно. Давайте, кушаем. Мы тут бывали. Размяться, там все есть. Ой, закружилась голова у папы. А ляжки, ляжки, давай делаем, давай ляжки.
Танцуй, дочь! Слово представляется совершеннолетним и ближущимся к совершеннолетию внукам. Давайте, фрешмены против олдмены, против олдов. Ваше красноречие. Может, вы будете сидеть, а я встану. Итак, Бабач, сегодня мы собрались здесь по такому прекрасному поводу, твоему юбилею, 65-летию. Отличная цифра, отличный возраст, самый расцвет. Жизнь только начинается. Желаем тебе здоровья, любви и моря, гармонии с этим миром. Делай то, что хочешь, кайфуй от этого. И в целом, всех благ, всего наилучшего. Мы всегда с тобой. Любим тебя. С днем рождения. Зуры Ахмед, ребят. Ура! Так, и сразу же слава. Чтобы ты видел, как растут твои внуки, внучки, и побольше правнуков. Еще будет выглядеть? Да? Насчет правнуков, слава, все в своих руках. В том числе. Молодцы! Тетя Мира, что ты радуешься? Твой сын пожелал побольше правнуков. Я радуюсь, что у меня ребенок в ладоши хлопает. Марата сюда, когда он звонил, был маленький, называется Бабая. Бабая, ты там... Славик был у меня в гостях тогда сидел, а Маратик собирался ко мне в гости. У него были страшные переживания по поводу носков, игрушки, всего. Пусть это Слава не играет, да. По телефону. Это можно в YouTube выкладывать смело. Там уже есть это. В YouTube, да, вот я говорю. Нет, не скорость. Она и мое внимание привлекает. Я, да, не знаю, как выразить благодарность всем присутствующим, но это за то, что здесь происходит. Слов просто не хватит, как говорится. Просто хочу сказать огромное-огромное спасибо сыновьям, жене, невесткам моим, Никуське за организацию этого великолепного торжества. Спасибо. Гостям, естественно, сейчас до гостей дойду. Не надо мне переливать к собой. Не подсказывай. Я уже сбился. А то получится. На чем я закончил? На гостях. А, я сказал, гостях перейду, да. Благодарен, наконец-то, да, что смогли приехать. Далекий 600 километров. И старший брат супруга, племянник мой, который присутствует. Они присутствовали на всех наших мероприятиях. И свадьбы сыновей, и все. Олечка с мужем. Тоже моя любимая девочка. Мои внуки, которые уже себе пожелали, будем расстреляться. Еще раз большое-большое вам спасибо. Я, честно говоря, не поверите, если я говорю, что ничего не планирую. Я говорю, что ничего не намечает, кроме как семье посидели. Ну, оказалось, что семье посидели, но в таком замечательном заведении и такой организации стола. Зур Рахмет. Я вас всех люблю, обнимаю, целую. Будьте все счастливы. Сейчас вот приближаясь к этим годам, понимаешь, насколько быстротечна жизнь. И хочется пожелать всем нам, чтобы относились внимательно друг к другу, берегли друг друга. Потому что мгновение и все. И все в жизни меняется. Не дай бог это, конечно, что получилось у кого-то. Но Биг Зур Ахмед, спасибо. Моей супруге я отдельно прям можно говорить целую серию и слова благодарности.
потому что она все, что у меня рядом со мной постоянно, не отходя от меня, не жажда. Даже когда я говорю, выйди, выйди, выйди. Я вас всех очень люблю. Будьте здоровы, счастья вам всем. Ура!